Добрый день! Могу ли я спросить, кто победит в гонке? Я! Окей, вы оба конкурентоспособны. Окей, если ты называешь пинание жопу Алекс конкурентоспособным, тогда да. Извините, ты что, головой ударился? Потому что мы оба знаем, что я выиграю честно и справедливо. Ну что ж, почему бы нам это не узнать и не провести тест? Тест? И как же? Что ж, я нашел в аду много интересных вещичек, и мы можем провести гонку. Ад? Почему я слышал об этом раньше? Не пытайся говорить со мной, я уверен, что это полностью... Я туда не вернусь. Ну и почему же боишься проиграть? Нет, я просто говорю, что это опасно. Это никогда не останавливало тебя раньше. Когда ты перестанешь быть цыпленком, мы будем тебя ждать. Цыпленком? Кого это она называет цыпленком? Без обид. Нет, не смотри так. Я не хотел. Ты прекрасен. Ну вот, ты чувствуешь себя лучше? Это хорошо, мне пора идти. Хорошо, Алекс, ты хочешь гонку? Я тебе ее дам. Алекс? Стив? Добро пожаловать в ад. Это... прекрасно! А эти плачущие летающие штуки все еще здесь? Я, конечно, не испугался ничего такого, но... А, ты про гостов, я ни одного не вижу, так что все будет хорошо. О, посмотрите вниз, на лаву! Что это за штуки? Это страйдеры, они разработаны, чтобы выдерживать тепло и ходить по лаве. О, они такие милые! Конечно, вы готовы к гонке? Еще бы, хорошо бы, если этих уродливых штук не было! Ненавижу это. Воу, они гораздо больше вблизи, чем я думала. Скажи, а как они узнают, куда нужно идти? С помощью этого. Это выглядит грубо. Я имею в виду... Все, что вам нужно, это выбрать нужное направление, куда вы хотите идти, и потом... Да, мы поняли, окей, давайте начинать. Хорошо. Приготовьтесь. Погнали! Ой, я забыл сказать! Не трогайте пиглинов! Я не думаю, что они меня услышали. Вау, эти штуки такие быстрые! Я знаю! Незабываемо в нескольких дюймах от того, чтобы сгореть заживо! Да, это круто! Подожди, как ты можешь быть быстрее меня? Потому что я лучше тебя! Увидимся на финише! Лучше меня? Посмотрим, кто будет лучше после этого! Эй, нечестно! Неужели Алекс уронил свою палочку? Ты толкнул меня! А, что? О, извини, Алекс, я не слышу тебя из-за звука моей победы. Привет, Алекс, похоже, ты застряла. Подвести. Посмотрите на этих двоих, как будто у них остался шанс победить. О, откуда появилась эта тень? Хорошая летающая штука. Оу, нет. Почти. Дамы и господа, мы достигли пункта назначения. Да, 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 я знала, что я выиграю. Я лучшая, я королева ада. Да-да, будь счастливой сколько угодно. Все равно тупая игра. Ты бы не говорил этого, если бы победил. Эй, пиглин, давай пятюню. Нет! Вы не любите давать пятюни.